Тетяна Гриненко, адвокат, завітала до нашої студії. Доброго ранку. Дякуємо вам наперед, що зараз будете розставляти всі крапочки в цьому наболілому питанні, тому що кредитна статистика доволі висока. Багато людей, дійсно, що говорити, беруть кредит в наш час. Ото що робити, якщо немає можливості сплачувати кредит? Таке загальне запитання відразу для вас. Ну, как что делать, если нет денег? Так. Дело в том, что не изначально, когда кредит взяли, и следующий же платеж, а денег уже нету, да, потратили. Угу. То есть человек попадает в сложную ситуацию, когда вот, нет возможности продолжать кредит. Платил, платил, но потом могло что-то случиться. Потерял работу, потерял близкого человека, угу. Допустим, который длительное время болел, потому что многие берут кредит, именно связанный на дорогостоящее лечение. Вот, ну и получается так, такая ситуация. Либо работу, он получал один оклад, он рассчитывал, у него была каждая копеечка расписана, и тут он теряет работу. То есть тут в данном случае можно прибегнуть к переговорам с банковской установой, ну, кредит, кто выдал кредит, и попросить вот каникулы, отсрочка платежа. Кредитные каникулы, что это такое, что это означает? Ну, дело в том, что кредитные каникулы, это можно попросить и написать заявление, что вот я работал, предоставить обязательно документы, чтобы банк видел, что действительно человек работал, потому что когда ему дают, он же предоставляет документы, что он трудоустроен, какой у него оклад, зарплата, на что он рассчитывает. Но человек потерял, да, вдруг его сократили. Или как многих у нас сокращают, да, либо не просто он сам по своему желанию взял и ушел для того, чтобы просто сказать, что у меня нет работы. Вот, вся, ну, вынужденная, скажем так, потеря работы, и что он уже ищет работу и просит буквально дать ему месяц, два, ну, три, скажем так, встать на ноги, чтобы найти другую работу. Вот, поэтому ему делают отсрочку, он не платит это время, но потом, конечно, за пользование кредита ему все равно процент считается, да, и тело кредита надо будет возвращать в любом случае. Но отсрочку дадут и не будут применять штрафные санкции за пропуск. Да. Если он попросил месяц, два, три, как приняли решение, и выполнил это условие, то есть штрафных санкций не будет. Який максимальний термін у цих канікул? От ви кажете, можливо, місяць. Що залежить від чого? Це банк приймає рішення чи ні? Це приймає банк рішення, звісно ж. Банк дивиться, не було ли просрочки, тобто благонадіжний ли це плательщик. Якщо він все час регулярно платив, йому довіряють, вірять і йдуть на зустрічу. Ну, тому що перевіряють ситуацію. Так, да, іноді може бути, що кредит брався, не було застави, але потім возникло ну, залогове имущество. Никакого. Но возникла задолженность, ну, вернее, проблема, да, чтобы оплатить, еще задолженности нету. Вот, но человек уже понимает, что он не может вовремя уложиться в график. Он может также попросить этот график сдвинуть, потому что у нас иногда график ставит то число оплаты последнее, тогда, когда человек зарплату, допустим, получает в начале месяца, а ему оплачивать надо в конце предыдущего, да, месяца, да. Допустим. И ему вот этот период, две недели, они тяжело надо найти где-то деньги, да, и он ждет. Поэтому заявление написать не нужно бояться, чтобы ему поменяли дату оплаты по графику. Также, если вы чувствуете, что есть задолженность, надо, можно попросить обратиться в кредитный комитет, чтобы рассмотрели вопрос о том, чтобы первым делом не проценты оплачивали, а тело кредита, потому что чем быстрее платится тело кредита, то есть уменьшается же задолженность, и в случае, если вы не сможете дальше продолжать оплачивать, ну, а банк уже разрешил, допустим, погашать при внесении суммы, тело кредита. Вот, не смогли внести, подали в суд. То есть, чем меньше тело, понимаем, тем меньше денег потом будет по взысканию с вас, как тело кредита. Вот на сегодняшний день государство все-таки идет навстречу нашему потребителю. И уже Верховный суд принял такое решение. Оно уже прошло по взысканию. Приватбанк пытался, судился с должником. Да. Вот, чтобы не взыскивать проценты, штрафные, вернее, штрафные санкции и пени, не проценты. Проценты это за пользование кредитом. А в валютных кредитах, которые получены были валюты, запрещено все. То есть поставлена была точка, если обращаются в суд и взыскивают, насчитывают штрафные санкции и пени, вот, то уже это запрещено и с человека не будут взыскивать. А раньше можно было, пеня, значит, срок исковой давности, не все на это обращали внимание, но она один год и полгода, там есть разные сроки специальные. Вот, и срок исковой давности также банки, пропустив срок исковой давности, то есть три года, все равно обращались, ссылаясь на то, что посылали какие-то письма,
Вот, и человек не заявлял в письменной форме, то сейчас уже можно заявлять даже в устной о применении сроков исковой давности. Надо быть внимательным, когда банк обращается с иском. Но у нас наш вопрос, наша проблема, когда человек не может платить, и что ему делать? Да, Так, так, если так. у нас переговоры не, ну, как бы, не удались, скажем так, и навстречу банк ему не пошел. Сделать отсрочку, поменять графики, там, уменьшить процентную ставку, потому что это договор двух сторон. Если была одна процентная ставка, человек объясняет, что мое состояние сейчас финансовое усугубилось, кто-то из больных заболел, дети заболели, ну, всякие ситуации разные Так, здесь бывают, ситуаций бывает об этом довольно надо много. писать, прилагать документы, подтверждать все эти тяжелые сложившиеся ситуации. Вот. И если банк не идет, а сдавать эти все заявления надо только в письменном виде, либо Так, это отправлять дуже почтой с важливо. уведомлением. Это будет говорить о том, что вы банк просили, вы уведомляли. Какая тяжелая ситуация, это всегда потом в будущем, не дай бог, если будет уже суд в дальнейшем не сможет человек платить, то будет как раз, скажем, таким. Так, Тетяна Вікторівна, от відслідковувала теж цю тему. Дуже багато пишуть, коментують, що можна продати кредит іншому банку. Що ви скажете в цьому разі? Ну, От це продать. Хто продасть? У нас ліквідируються банки. Да, буває так, що Так. банк стоїть, відділення є, потім раз, і банка нету. Ніхто Немає. не знає, но проходить год-два, і починають дзвонити колектора, що типу їм продали. Вот. Ну, разные моменти є, коли банк ліквідується, його викупає банк другий. Одна процедура. Есть, когда банк переуступает право требования фактуринговой компании, либо, ну, как фирма, общество с ограниченной ответственностью, как правило, коллектор, ну, называют коллекторской фирмой, да. Но никто не знает, никто не хочет читать, как бы, или мало кто знает. Когда подписывает банк договор, он должен в течение 5 дней уведомить об этом, что его переуступили. И не имеют права переуступать ипотечные кредиты и в валюте. Вот, поэтому это должны знать, а у нас таких случаев очень много, когда переуступали, никого не уведомляли и никто об этом не знал. Вот, ну, это вопрос, скажем, Так, такой так, по так. ипотеке не Так, а я будем ще, до речі, хотіла затрагивать. спитати стосовно канікул цих. Коли треба звертатися вже, щоб їх оформили? В день, коли треба погашати, чи Ну, конечно, зазвичай? заранее, потому что вы же всегда рассчитываете, вы знаете, что вам 20 числа Не платить, буде чим а платити, так? суммы Ми це вже нету, знаємо. да, и вы должны предупредить, что я не смогу, потому что иногда бывает за 1-2 дня, бывает они, если срок стоит там 20-го, они закрывают месяц до конца месяца, еще эту просрочку не выставляют, когда человек до конца месяца пришел и заплатил. То есть это надо знать, и ну, банк объясняет, говорит, некоторые банки, они действительно помогают, подсказывают, как человеу не попасть, скажем так, на штрафные санкции, на Ну, зрештою, в просрочку. договорі А мають также, бути когда люди вот, зазначеність. оформляют карточки, да, вот, пользуются карточкой, они не все изучают эти условия, то есть беспроцентный кредит, на какой срок, когда погашать. И тем самым они себя погружают вот в эти штрафные санкции, когда не вовремя вносят эти деньги. Они думают, дали там 50 дней, там, да, и можно пользоваться. Вот. Если бы внимательно изучали, они бы не Обов'язково попадали. треба уважно Но читати. также хотелось бы сказать, что если уже видите, вот ситуация патовая, крайне, ну, негде взять денег, да, вы остались, то надо тогда принять решение окончательное, либо вы платите, либо вы не платите. Потому что небольшими суммами, когда вы не можете всю сумму заплатить, вы От. платите Ну, от дуже так, оце кусочками, дуже да? часто роблять. Наприклад, Да. кредит там То есть, 400 гривень, я заплачу 200. Я да, що ж 200-150, заплатила? это что просят Так. банки? Ну хотя бы давайте по Так, 50, так, так. давайте Оце дуже хотя бы по часто так 100. буває. Вы не закрываете ни сумму, которая положена по процентам, то есть она У нас є конкретно разбивается уже фіксована на сума. штрафные санкции, на Так. пени, и все, ну, то есть она распределяется на несколько платежей. Долг увеличивается каждый раз. Поэтому, просчитав все внимательно, лучше тогда определиться. Либо плачу, либо не плачу, потому что это маленькими суммами оплаты, оно все равно не решит проблему, она сделает только намного больше. Банк будет постоянно начислять штрафные санкции, вы от них не Нікуди уйдете. не буде. А если вы, это же банк, не только банк может подать о взыскании суммы задолженности, вы также можете отказаться платить,
и подать в суд о расторжении договора в связи с тем, что у вас поменялось имущественное, ну, как бы положение, вы не в состоянии исполнить условия договора и просите расторгнуть договор. Так, Вот. вот И еще... начитается сумма, та, которая будет присуждена, вот, потому что сразу сумму взять, выплатить вам негде, которая будет, конечно же, меньше, если кредит оформлен там на 5 лет еще, да, или еще, ну, вот на 10 лет оформили, 3 года платили, а еще осталось там, да, расторгайте, и уже процент не будет насчитываться, сумма остановится на тот момент и будет дешевле. И при этом, когда будет принято судебное решение о взыскании суммы долга, ее уже можно рассрочить, и там вы уже будете, либо зарплаты будут удерживать, когда вы потом, может быть, устроитесь на работу. Если не устроитесь, то та сумма будет ту, которую вы сможете погашать по решению Навіть суда. Якщо це буде там 1-2 гривні, Да. тобто і так можна на все життя розтягнути потім ці цифри. Так, дійсно, давай. Така от, ситуація, от мені ще дуже подобається фраза «прощення боргу». Що це таке? Невже банки настільки добродіятель, що можуть таке зробити? Смотрите, банк же ж йде на любые как бы, ухищрения уговорить человека, что да, давайте вы заплатите. Но есть действительно банки, которые прощают. Что они прощают? Вы взяли 20 тысяч, за эти 20 тысяч процент вам насчитали за пользование, да, за несколько лет, там, ну, скажем, 15-20%, они свое возьмут все равно. За пользование кредитом насчитывается процент. Если вы срочка у вас возникла, насчитывают штрафные. Я уже не говорю о скрытых комиссиях, страховках и всем остальном, да, которые включают. Да. Вот. Но когда видят, что человек не может платить, он пришел и говорит, я не могу. Вот у него вот, прямых, ну, прямого ущерба, вот банк выдал 20, да, пока платились проценты, это банк получал чисто свою прибыль. Я вас а ще потом перебью, да? От приходжу я і кажу, я не можу платити, мені ж треба довести, що я втратила роботу, чи в мене мужа її не було. Я ще говорю, обов'язково прилагати документи і в письменному виді, обов'язково це все. Вот, но что прощение борга? А, они говорят, что если вы заплатите вот сейчас, вот вам вы должны, и они считают весь срок, да, кредита, не на сегодняшний день, когда вы просите расторгнуть, потому что у нас двухстороннее соглашение, по согласию сторон можно расторгнуть договор, не только банк подает и в судебном порядке, что они крайне редко сейчас делают, раньше они делали, но вы же тоже можете подать расторгнуть. Если вы пришли в банк, да, они говорят, что вот вы должны там 15 тысяч, если вы сегодня или завтра там заплатите нам не 15, а 10, мы вам остальное простим. Раньше отсылались прощение борга, да, прощение долга, они уведомляли о том, что это вы получили доход такой себе, не заплатили в банк, то есть ваша прибыль, и сообщали об этом в налоговую. Люди об этом не знали, а потом налоговая начинала уже преследовать людей за это. Но есть еще также, что они действительно оставляют, прощают, это штрафные санкции и пени. То есть сам банк списывает все просроченные платежи, где они насчитывали, закрывает только тело и процент. Вот, то есть, вот если такие условия, то вам подходят, ну, человек уже сам принимает решение. Потому что он готов. Я говорит, ну, я могу заплатить вам сейчас вот 10, как раз закроется все, что я вам должен, кроме штрафных санкций, да, и пени. Если банк идет навстречу, то, пожалуйста. Ну, ми дякуємо сьогодні наші гості. До нас сьогодні завітала Тетяна Гриненко, адвокат, розказала про усі секрети, що робити, якщо ви не знаєте, як виплачувати далі кредит, або не маєте можливості.